Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и это второй ролик по Last Day. Я понял, что вам очень сильно зашел первый ролик, и решил снять второй и поспрашивать у вас, что же мне делать в следующем ролике. А в предыдущем ролике вы сказали построить мне гараж, и этим-то мы как раз-таки и займемся. Я здесь насобирал на гараж всякие ресурсы, и поэтому прямо сейчас я хочу их построить. У меня есть гараж, я нажимаю кнопку «Создать», захожу в инвентарь, и здесь могу построить эту громадную махину. Разместите на земле. Нифига себе, эту дуреху я могу разместить только на земле. Давайте позанимаемся мини-уборочкой, хотя, в принципе, может быть, гараж я хотел бы сделать где-то отдельно. Например, как вот тут вот, хорошее место для гаража. Давай попробуем построить эту махину и посмотрим, сколько на сколько клеток. Если я размещу таким образом, то мне придется здесь очень много всего разрушить. Итак, приступаем к разрушению. Сейчас будет минус база Легаса. Все самое прикольное, что избавимся мы только от фундаментов и построим гараж. Вот это вы подумаете, что Легасик Слоупок только-только начал строить гараж. Но что поделать, если я не играл 178 дней. Это практически, ребят, полгода. Давайте посмотрим, что у нас сейчас вышло. Я думаю, что мы сможем построить гараж прямо здесь. И вуаля, чуть левее, как раз таки въезд будет здесь. И вот он, Шикардосович Бондардосович. Так, чуть-чуть похаваем, гул подвезем сейчас наш мотоцикл и посмотрим, что же можно апгрейдить. И также вы мне сказали сходить еще на карте, сейчас покажу куда. Вы мне сказали сгонять на карте за какими-то там прикольными апгрейдами, за какими-то прикольными штуками. Типа, схожу я, наверное, в мотель, посмотрю, что тут может быть. Потом в следующей серии схожу в полицейский участок. Думаю, что по рейдам вам пока не интересно, поэтому я буду делать все то, что вы хотите. Спасибо, что пишете в комментарии. Спасибо за вашу офигенную поддержку в лайках. Это реально круто. Прямо 2400, по-моему, собрали. Или 4000. Посмотрите, ребят, сколько в предыдущем ролике вы собрали. Итак, поехали. Что же здесь мы можем сделать? Итак, кстати, у меня вот этот вот узор огонь, мне он больше всего понравился. Есть китайский дракон. А, подожди, китайский дракон, Новый год, Хэллоуин. У меня, кстати, был леопард, толстяк, ядовитый капитан. И куда-то это все пропало. Остался только огонь. Блин, ну он реально огонь. А тут вы мне сказали в комментариях, что нужно грейдить. Чтобы помыть байк, вам нужно потратить 5 бутылок воды. Помыть байк? Что? Я что теперь? Создал, блин, мне автосервис или автомойку? Два в одном? Нифига себе. Сделал, блин, подставу. Ну, гоп, поищем. У меня где-то вода должна валяться. Я даже не помню, если честно, где точно. Но инфа соточка, что она есть. У меня тут такие хоромы непонятные. Где-то деревянные двери, где-то железно-металлические, где-то каменные. То есть царит полный бардак. Но я всегда, по-моему, славился своим непроходимым домом непонятным. Сейчас он немного подгнил, подстарел. Будем его восстанавливать чуть попозже. А сейчас... Ух ты. А, радиовышку же. Я ж строил, строил и не достроил. А чё? Я ж строил радиовышку. Доделаем обязательно. Потому что она даст возможность общаться в чате. Помыли мы... А, ну да, это мы сели. Помыли мы наш мотоцикл. Подожди, браток. Рано еще пока садиться. Я не знаю, сколько можно мыть, и есть ли смысл. Что это такое? Положите запчасти для ремонта. Какого ремонта? Мы можем ломать мотоцикл? Да ладно, нифига. Что? Часть двигателя, необходимая деталь для сборки механизмов и транспорта. То есть, если я вот такой вот... А у меня вообще что-нибудь есть, что положить? Ремонт я не хочу. А где стол апгрейда? Чоппер? Это что такое? Две сумки из четырех. У тебя там что-то в сумке валяется, что ли? А, щенки же. Щенки. Здесь мы эти бутылки. У меня очень много бутылок, поэтому... Я не знаю, я их по традиции всегда выкидываю. Напишите в комментарии, может быть, сейчас нужны пластиковые бутылки? Итак, мы можем... Что это такое? Полицейский байк.
У этого байка экономия топлива, это вместимость чисто на рейды. Нужно находить где-то схемы такого байка. Этот у нас первого левела. Можно байки, прикиньте, прокачивать. Это байк чисто прочный. Экономия топлива никакого нету. Чисто военный. А это полицейский. А что в нем? Полицейский вроде тоже неплохой. У этого 6 слотов. И чисто я могу приносить... А где схемы, ребят, добывать? Тоже напишите в комментарии. У меня это максимальный уровень, другие можно прокачивать. Ни хрена себе! 4 байка, ребята! И все? И все? То есть здесь я могу апгрейдить внедорожный байк. Уникальная модель Пейзерк по пустошам. Схему можно получить у механика на заправке. Гоу на заправку. Прочный байк с большим бензобаком. Схему можно найти в бункере Альфа. Отлично подойдет для долгой погони. Схему можно найти у зомби в 99-й волне в полицейском участке. Вы что, психи? У механика на заправке. Механик на заправке, я иду к тебе. Только прежде этим мне нужно здесь что тут собрать-то? А, микросхемы. А, транзисторов 5 и болтов 10. Давай попробуем найти транзисторов 5 и болтов 10. А пока я бегу, не забывай подписываться на канал Lego Play. Транзисторов 5 и болтов 10. Вот они болты. Болты есть, а транзисторы где-то были. Это пока сюда, это сюда, это сюда. Щенков открываем, отправляем в вольер. Открываем, отправляем в вольер. Мясо мы сейчас похаваем, транзисторов наберем. Я точно помню, что у меня перед входом стоит костерчик, в котором по-любому что-то готовилось когда-то в этой жизни. Поставили, наускоряли, взяли себе мяско. Отлично. Здесь пока у меня есть хлам. Я вот сюда пока скину хлам. Это скину, резинки скину. Это тоже скину, 20. Я, кстати, могу наделать бинтов. Помните, прикольная тема, просто крафт бинтов. А что у меня? А, я их наоборот положил. Их надо выложить. Накрафтить бинтов. Раз, два, три, четыре. Отлично. Бинты незаменимая вещь на самом деле. Что тут еще можно положить? Пока ничего. Транзисторы есть, резинки есть. Броню надо убрать. Сейчас мой чувак отвалится, но от этого ничего страшного не будет. Все, поехали. Как раз таки мы сейчас на новых хэпах сходим в эту офигенную зону. Давай, родной. А может быть, я еще успею сейчас воткнуть быстренько радиовышечку. Так, хобана. Оп, воскреснить. Блин, у меня до сих пор нету собаки, прикиньте, с этой супер возможностью, которой она могла бы заходить в норки. Ребята, скажите, есть у кого-нибудь такая уже собака? Как ее сделать? Я столько уже наскрещивал, помню свое. Я, кстати, из-за этого-то и подзабил играть. Я столько на вольере потратился, в смысле, в плане собак, то, что я просто бесконечно их делал, 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 и ничего не происходило. Итак, ребята, я могу добавить вас в друзья теперь. Что тут можно делать дальше? Я могу это сюда вкачать. Болты не надо, батарейки. Батарейки, изоленты. Это мы в следующей серии апгрейдим. Добавить друга. Требуется клан создам, конечно же. Тут что? Скоро в игре группа и все чаты. Отлично. Ну что, рвемся в бой. Я сейчас посмотрю, что я могу. Куда что положить. Печки батрачат, как обычно. Здесь у нас, кстати, в скором времени можно будет починить пикап и на нем отправиться, я так понимаю, на рейды, у которого будет офигенное количество вместимости. То есть, представляете, вы берете вот эту хренотень огромную и на ней валите и едете. Вот это будет круто. Если что, у меня в донате есть оружие. Здесь мы в 2 слота можем закинуть на язычах 2 хилки. И, в принципе, я могу спокойно отправляться. Возьму знак. Если что, из доната возьму какие-то оружия, которые мне помогут пройти полицейский участок. Или... Ну, нет, мы пойдем на заправку. Я там ни разу не был. Мне очень хочется посмотреть, что там на заправочке. У него хороший скин на самом деле. Очень хороший. Огненный мотоцикл такой. Огненный. Ну что? Это у нас мотель. Мы едем в мотель. Посмотрим, что там может быть.
Какие? А вот, вот, не в мотель, на заправку надо. Надо нам. На заправку. Да, давайте на заправку лучше. В мотель в следующей части сходим. Так, здесь я был в ангаре, помню, это еще было в прошлом году. Вот это, на этом такой байт был, какое свое время классный, что можно было лодку там рыбачить и все такое. Жалко, все это дело пропало, блин. И стухло, и стихло. Нету байтеров и сказочников, как Лего-плея. Насоздавали всякие полицейские участки и мотели. Ну что, Лего-плей идет? Кто тут у нас живет в мотеле? Покажись. Ух ты. Давай попробуем пофармить эту локацию. Я ни разу ее не фармил. Посмотрим, что тут есть. Бегун. Здорово. Здорово, бегун. Нифига себе, а чё они такие сильные? У меня сейчас скоро сломается эта штука. И придется ползти в дончик. Я так понимаю, там без оружия нефиг делать. А тут ведь на меня еще и мушкетеры обычные могут напасть, обычные пацанчики. Кстати, ребят, напишите также в комментарии, как вам нравится больше все снимать, с камерой или без камеры. Погнали в почту. Здесь мы сейчас возьмем себе супер мощную пушечку под названием труба. Да ладно, шутка. Я думаю, что и с глоком можно расправиться. Но я точно... Да давай глок, что, да, глоков много. Шлем возьмем, да глок. Отлично. Кто-то уже пошел. Уже первый пошел. Старый добрый глок, старые добрые толстяки. Реально все такое старое доброе по старинке. Отлично. Нифига себе, толстяки поперли. Ну, давай посмотрим, что же мы можем найти в мотеле. И каков шанс вообще выпадения какой-нибудь крутой штуки. Кстати, он намного дольше начал лутаться. Намного, в разы. Так, клей, это все такое себе. Еще что есть. И автомат какой-то. Что же мы найдем в автомате? И в автомате мы найдем... Ничего. Болты и прочее. А я уже сюда так основательно пришел. Думал, сейчас как тут свиток этот получим, а его, оказывается, фиг получишь. Пунчик на 90 удара. Нормально. Дядя, давай там пока отдыхай. Нифига себе, они отъезжают. Это что такое? Работает. И что мы тут можем найти? Вы кто такие? Так, ящик с запчастями. Награда механика. Нифига себе. Я сюда могу приносить эти, как его, круглые диски, двигатель и металл. И взамен этого сюда я могу положить... Нифига себе. А интересно, это теперь легко стало выпадать? У меня есть такие вещи дома. Или сложно? Вот в чем прикол. Пружины сюда может, типа свалка. Я понял. И тут у нас есть чувиха. Сюда я могу вот этих выкладывать. Подожди, у меня где-то очень много их было. Очень много, я помню, было. Потому что я их даже не брал, потому что в магазине у меня их еще больше. В магазине, говорю, в инвентаре дома, блин, в каком магазине? В магазине у меня их дофига где-то там внизу. Я потому что их уже не стал брать, потому что от них уже толку нету. Потому что у меня их дома очень много. А вот сюда как раз таки эти проволоки мы можем скинуть, постараться. И посмотреть, что выйдет, что может вылететь с одного ящика. Мне кажется, это опять нереальное будет занятие. Где-то было, ребята, я вам серьезно говорю. Где-то в самом низу было заманушка. Там, по-моему, около 200 было этих круглых проводов. Так, вот уже скоро, вот уже прям чувствую, уже где-то здесь. Ну же. Еще чуть-чуть осталось, я прям уверен. Да блин, ты издеваешься, сколько тут у меня говнеца. Вот они, я же говорил, у меня их просто...
Хлам хламовский. Давай. Что? Ты издеваешься? 20% вот это количество? Это жесть. 100 очков только набрал. А может быть потом они будут побольше? Я не знаю, ну давай попробуем попробовать открыть один ящик. Но это жестко. Это я бы сказал, это слишком жестко. Блин, самый низ, вот это фигово заниматься вот этим. Мне еще так 3 раза надо будет сделать. Ладно, я запарюсь, это запарюсь с этим в следующий ролик, но... Части, там, наверное, как раз таки одна часть упадет. А, у нее мы можем как раз таки эти ящики взять. Хочешь прокачать байк? Неси запчасти, наполнишь коробки, поделюсь с тобой чем-нибудь из своей коллекции. Понятно, спасибо. Хотел бы я прийти с этими ящиками. Подождите, это типа ей даешь ящик, она тебе что-то дает? Всего 0, и забрать, ящик механика. Здесь мы можем, мы вот здесь вот забираем ящик механика. Ящик механика. Ящик механика, отлично. Интересно будет почекать, что там, типа, может лежать. А так, по идее, локация, я так понял, бесполезная, да? Или подождите, или здесь может что-то выпасть. Вот, например, лежит старинный, раздолбанный чоппер. Рядом с ним стоит такси, и чоппер можно лутать. И в чоппере только соляра. Ну, такое себе развлечение, даже не вижу смысла их всех убивать. Я думаю, что так мощно бьет? Это же старый, добрый, дикий, мать его, здоровый гигант. Можно что, тачки облутывать? Прикольно. Вот такой бы мустанг или что это? Форд или что? Это не знаю. Вот такой бы автомобиль. Я бы захотел бы себе забрать. Кто там? Кто там? Голодный толстяк, ваш инвентарь полон. Давай это сюда. Одну аптечку сюда. И я готов посмотреть, что-то еще есть. То есть уже нету смысла в сборе различных этих, как его, деревьев. Ну, типа рубить дрова и все такое. А вот ходить уже собирать суперновые чопперы, вот это интересно. И один чоппер, типа, лучше, чем другой. Нифига себе переехало. Это что, типа, грузовик здоровый и в него мотоцикл врезался в свое время? Так, резинки. Ну... Ребят, кто-нибудь из этих ящиков получал, интересно, этот, как его, получал, интересно, хоть какой-нибудь апгрейд? Что, никак не обойти? Или можно обойти? Или нельзя? Давай нам обратно в глобальную карту, нам не надо. Подожди, события нам тоже показывать не надо, мы хотим... А, она обновляется еще через каждый день! То есть, его нужно тупо фармить, каждый день заходить. Я-то думал, ты такой хоп на изи, его зашел и перешел, и фармишь, ага. Кто-то вообще появился, да откуда? Ни хрена себе, чувак просто с автомобиля вылез. Во даешь, мужик, во даешь. Идем дальше. Ох ты. Зомби-офицер. Так, тут ничего нету. Здесь ничего нету. Здесь, в принципе... Ух ты, нифига себе, 3 целых лута. Мне кажется, тут что-то должно лежать, должно. Так, еда. Еда, вода, шмода. Какого говнеца тут только у меня нету? Мусор мне не надо. Вот это мне надо. Вот это я сюда положу. Это застакаю. Пружину можно было сдать прямо здесь. В принципе, как-то так. Спиртуги у меня тоже нормально. Старый добрый дикий. Отстань от меня. А почему их теперь нельзя лутать? Что-то сделали с этой штукой, что ли? Почему монстров нельзя лутать? У монстров теперь нету... Опять ты вылез откуда-то. Коса осталась.
Ой, хорошо. Ой, хорошо. Лицо полетело прям вверх. Видели, да? Это было жестко. Лица отлетают. И что, пусто? Это что это такое? Не понял. Это что, двигатель? Это куда его вести? Это куда движок тащить? Я сейчас на мотайке подъеду. Я смогу его, надеюсь, увести? Движок. Это типа в апгрейды к себе вести, да? Прикол. Вот это реальный прикол. Пока у меня ПХП все есть. Банки не надо. Вот это возьмем. Здесь что у нас? Зомби-офицер. Интересно, если здесь считается локация типа не очень тяжелая, да? То, ё-моё. Ё-моё. Давай-ка я быстренько зайду сюда. Возьму пистолет. Ну, потому что с ним долго надо разбираться. Как ты попал-то? Отстань от меня. Все, хорошо. Я, наверное, думаю, на дрыне подъеду. Дрына, ты где? Всяко надо на дрыне подъехать и положить в мотоцикл заднюю часть вот этот двигатель. Офигенно. Поехали. А потом двигатель домой притаранить, и что-то будет, да? В смысле, я должен все это унести? Я все это должен пешком нести? Здесь вам не проехать. Вот это жесть! Просто пешком тарань двигатель. Ладно. Я сильный. Я отнесу двигатель пешком, не проблема. Только вопрос, я уже его потерял. Где-то по правую сторону надо было идти. Кстати, уровень качается. Пошло. Вот он. Давай отнесем тебя. Ничего, так долго. Я должен нести двигатель. Смотрите, какой он весь ржавый. Подожди. Такое ощущение, что это двигатель вообще от автомобиля. Еще хотите сказать, что вот таким вот образом собираться будет пикап или что? Но это же реально двигатель автомобильный. Цепь, все такое. Куда его? Интересно, к девчонке надо нести или к себе домой? Ща попробуем разобраться. Ну, как минимум, я почитаю комменты, и там люди напишут, что куда делать. Сейчас я закину мотоцикл. Если он, конечно, закинется, мотоцикл. Если нет, тогда потащу его на мусорку, как металлолом. Но мне кажется, потом этот двигатель можно будет использовать в починке пикапа. Нельзя поставить здесь. Не понял. Гоу чуть-чуть подвинем. Раньше можно было типа генератор поставить на мотоцикл, и все у вас получалось. Нельзя поставить здесь. Ты хотите сказать, что мне нужен большой какой-то этот, как его? Большой этот, как его? Мотоцикл для перевозки. Гоу еще к этой тетеньке сходим. Спросим, что у нее. Может быть, я что-то профукал, и где-то можно было, ну, установить этот двигатель. Потому что пока непонятно. Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он куда-то вправо хочет постоянно идти и в кому-то справа стрелять. Нормальный пацан. Вот, может быть, сюда надо было на переработку притаранить. А куда? Сюда нельзя кидать. Сюда нельзя кидать. Здесь нельзя. Требуется двигатель или генератор. В легкую. И что, мы сейчас его туда притараним, и что будет? Интересно. Может быть, замена на что-то мне даст? Ящик тот, например. В легкую. На стеллажи, короче, нужно было закинуть движок. Огромный, он с ним вообще не может быстро идти. Проблемы. Потом на стеллажи поставим. Ну, конечно же. Как же без вас-то?
любимых зомби, которые выходят просто из-под такси, вылазят, такие карабкаются, говорят, Лего, хватит тащить, сука, мой двигатель, он мой. Давайте, ребят, вы уже знаете, что там будет, а я вот не знаю. Плюс 100 репутации с механиком дают всего лишь, да. Репутацию. А, я постоянно с ним буду качать репутацию. И, может быть, она мне какие-то скидосы будет давать? Хрен его знает. Репутацию взял, прокачал с ней. Сильным сразу стал. Деревья можно порубить. Здесь что, можно подлутать? Вот этот ящик. Мы его сейчас обойдем. Нифига тут ящиков наспамили. Это много или мало? Я боюсь узнать, что будет в полицейском участке. Просто боюсь. Нифига. Нормальные закосы. Нет, это я оставлю. А вот это я поставлю вместо вот этого. По-моему, он не нужен, пластик же. По-моему, пластик же на изи добывается. Нет? Блин, топливо выложили. Ну ладно. Вот здесь я всех перебил. И уже у пистолета осталось половина хп. Ни хрена нету. Или есть? Ох ты! Еще репутацию можно прокачать. Они под машинами ждут, чтобы я тут делал что-то, да? Достаточно долгая локация получается. Взял в тачке двигатель и пошел прокачивать репутацию. Это вообще просто коры. Все, конец зоны уже. Нет, достаточно интересная зона на призы. Ё-моё. Ее всяко можно как-то... Ё-моё. Вот куда ты идешь, братан? О! Нифига себе, полицейские мутированные толстяки. Что-то они какие-то слишком огромные. А я могу... Там, по-моему, только два стеллажа было. Можно ли еще принести? Вот это вот интересная штука. Давай морковку схаваем. Черная краска, да у меня этих красок дофига. Ох ты, там какой-то здоровый стоит. Здоровый поц. Что у нас здесь? Здесь так. Это так, это сяк. Это похавать, это сюда. На самом деле полный инвентарь всякого говнеца. Не знаю, поможет ли он мне чем-то. Идем сюда. Здесь тоже не лутано. Еще левее что-то можно лутануть, еще повыше. Интересно. Ни хрена нету. А, можно было... А, двигатель же, лол, двигатель, нет? Он двигатель не хочет брать? Он на изи его возьмет, на изи. Я вам говорю, он сейчас просто оттуда двигатель вырвет его. Мне кажется, тут чисто фарм движков. Лютый фарм движков. Да? Да. Подожди, куда столько двигателей-то, ё-моё? Жалко, с собой нельзя увозить. Яростный метан. Яростных гигантов, конечно, много. Это подстава. Я так понимаю, здесь не обязательно всех убивать было. А будет какой-то гиперкрутой лут? И может ли здесь, в этой локации, нападать другие игроки? Ну, то есть NPC-шки. Так, раз лут. Ёпаный стыд! Вот это классно сделали. Ё-моё! Ё-моё! А мне аптек-то хватит? Походу, дела нет. Зажали, сучки! Вот это... К этому меня не готовили. Нет, пожалуйста. К этому я вообще не готов был. Это что за подставы такие? Сигнализации, блин. Алло. Нет, не вывезу. Валим. Вот это жесть. К такому меня еще жизнь не готовила в игре Last Day. Я просто чуть люлей не получил. Я так понимаю, у меня уже нету места. Точнее, не то, что нету места, а
нету ХП. А нет, было у меня ХП, гоню. У меня там было много ХП. Возьмем морковки. Морковкой отхиляемся тогда. Сейчас еще снизу посмотрю. 38 щенков еще могу использовать. Изи. Как говорится, изи. Дрова есть всякие. Слушай, а может быть по старинке с дробаша раздать? Чтобы они сразу обидели семечку. Вот же, блин, а у меня тут что? А у меня тут ничего. Так, это положили. Ну давай обойдемся мясом. Мясо еще там было или морковка еще. Чтобы времени тратить, вот возьмем мясо еще. Закинем мясо сюда. Ну что, иди сюда. Иди сюда, родной. Я покажу тебе, как надо. Так, мы готовы. Мы просто идем в бой. До последнего идем в битву. Давай, где вы там? На сигналке. Пацаны, на сигналке вы где? Или они пропали? Я хочу посмотреть, что там будет в конце лута. О, давайте удачи. А, я мог от них убежать и все. И на них мне уже пофигу. Или опять сигналка сработает? Ага, а как мне сюда войти? На дорогу. Вот же здесь проход. Машина стоит, машина стоит. Ах, вы хитрые, они прямо на проходе стоят. Все понятно. Так, первый пошел. Автобой поставим. Что-то автобой не поставился. Это ты куда хватанул? Поехали. Ну все, пошла жара. Где я там какую машину зацепил, что такая подстава? Вот эту. И сразу сигналка. Там вот военный грузовик. Его можно, интересно, залутать? Нет, его нельзя, по-моему. Так, двигатель. Здесь двигатель. Здесь. Здесь. А, это типа двери с двух сторон. Так, здесь вот эту берем, вот эту пружину и вот эту. Фонарь, не знаю, сейчас нужен или нет, но, по-моему, его выкидывать здесь в мусорке. И здесь дверь. А, это чисто такси из трех кусков. Из трех лутингов. О, типа смотри, нифига себе. Типа нормально, это мясо я съем полностью. А нет, не могу или могу? Нет, уже не могу. Так, давай телефон выкинем тогда. А вот, вот это возьмем. Блин, залить бы хотелось еще. Чего у меня много, что я могу? Еду не надо тогда. Залью тачку. И, наверное, я думаю, донесем вот этот вот. Блин, ну это вспотеешь. Вот так вот ходить до каждой мастерской и прокачивать репутацию с этой чувихой. Это реально пот вот так вот ходить, нести, нести и долго-долго нести. Эти двигатели я отнесу уже без записи ролика, но потому что это с ума сойдешь смотреть, сколько я тут буду носить. Так, челик, пойду на сокращение, а по-моему нет, не получится на сокращение пойти. Ну ладно. А мы тебя... А, блин, хотел со спины его ушатать. Не получилось. Дальше берем и погнали ниже. Погнали ниже. Уходим ниже. Потом что, влево повернуть надо будет и все. Где-то здесь уже будет наш этот, как его, магазин. Магазин счастья. Так, пока нету. Вот он наш магазик. Поехали. Сколько мне, блин, надо на прилавок ложить, похудел? Да, все, или нет, или не все. Еще якобы один стеллаж и все. 100 репутации с механиком.
Ну что, ребят, с вами был Легас. В принципе, интересная вещь. Я сейчас валю на базу, уезжаю домой. Буду думать, что я смогу сделать дальше. Тоже напишите, что мне делать в следующем ролике, чтобы я посмотрел. Я, наверное, отправлюсь либо в полицейский участок, либо буду делать второй левел нашего гаража. Все, ребят, встретимся в следующем ролике. Всем удачи и всем пока-пока.